Мы начали. Кто куда идет? Так, я пойду на Гришку. Мы с этой стороны. Обидно. Да. Я, блядь, я вот сюда пойду, блядь. Я вот сюда пойду. Я думаю, на Диму сходить. Да я вот тоже думаю, прям вот. Что у меня есть? Вертолетик какой-то. Что, за 9 брать? Я механом по горам пойду вот сюда куда-нибудь. Вертолетик взять? Да, напалм, да. А на Грегори кто идет? Кальтер, да? Да-да-да. Ну, я тогда между тобой, как бы это страшно не звучало, и Скопикусом здесь стану. Блять, реально звучит жутко. Да. Бутербродик, блин. А, у меня один фоп вообще. Коп, ты летишь, да, туда? Тремя вертолетиками и двумя вешками. Тремя высаживают троих и вешки две. Я потом на Лену поползу. Это тоже жутко звучит. Я ставлю командный танк на левом респе. ЦВшка справа остается моя. Хотя что остается, пусть едет на горку. Я и мои ребята готовы, сэр. Арта. Да, Атакамс направо. Я даже, может, дальше полечу. На Елену туда, вообще глубже. Так пошли на Лену, конечно, залезем. Еще Атакамс направо тот же. 52-ка аккуратнее. Живи. Ой, там вертолета. Да у нас не меньше. Я, короче, я целюсь вот эту дорогу им перекрывать. Ребята, танки на Борис не пойдут, что ли? То есть я за горочкой высажусь? Да смотри, только гнездо. Да, походу вообще нигде. Никто на Борис не пошел. Ну, я о, справа, нифига, ты. Они тут и не доехали. Ничего себе. Нет. Да, на Елену, если есть, чем лупануть, вот сюда прям был. Беляк, высаживай на Иване. Сейчас, сейчас. Они на точку в центре не пришли. А, нет. Чё, всё-таки пришли? Угу. Я их сейчас... должен, по идее, так, ну вынести. Справа мы все захватили. Теперь закрепиться надо. Здесь все захватили. Да? А, ну слева как-то вообще ничего у нас. Блин, на кого? Че, ничто не самолетиков, только мы все деньги взяли. Угу, зато мы их не взяли. Попчик. Я взял. Да, чё они так мало летают? Улетели, перезаряжают. Вот у меня тоже.
ЦВшность есть на йоте, кто там прилетел, Селвин. Пехоту отправил еще на Грегори. У нас есть ствольная арта, попчиком вынести. Попозже будет. Хорошо. Вот здесь вот где-то ЦВшка, по-моему, была, маэстро. Я знаю, она вот здесь, танковая стоит. А там что, УАЗик, по-моему, был какой-то? Нет, там М60 стоит. Ясно, спасибо. Вылетел направо истребителями. Вентиляция летит. А, у них слева летит. Вы друг с другом слетаетесь. Он досик задел. Где враги-то? Справа, слева. Ты-то где тогда? Враги где? Повсюду. Вот чей Крым, как ты считаешь? Наш. Правильный ответ, за кого бы ты ни был. А то, знаешь ли, вдруг ты тоже... Крым-то он российский, это 100 баллов. Вот чей Киев, вот сейчас в чем вопрос стоит. Ну, это в ближайшие 2-3 года, скажу. Просто авиация на базе. Да, это правда. Мое мнение вы знаете, я думаю, раньше. Это против Артема, что ли, так? Как он там вообще взялся? Ну, он невидимый, а у нас там ни ПВО, видимо, ни самолетов не было слева. Просочился. Технон, давай в атаку. Такой комиссар пришел. В атаку, скоты. А ЦВшечку поставьте на Борис, пожалуйста. Мне бы на центрах тоже поставил бы кто-нибудь. Ну, центр, блин, он вообще как бы их считается. Поэтому тут еще ладно, а это вообще наша точка. Слева опять самолеты, ну народ, ну слева-то летайте. Я не знаю, как вы, но я на базу к ним пошел. Иди, молодец. Они вот так и делают. За атакамсом. Ладно, я слева буду тогда. Я хочу пару фобов себе. Блять. Если что, фобчик, скорее всего, все еще вот здесь стоит. Я его запомнил в лицо. О, МЛРС. Супер. Не МЛРС, а Атакамс. Слева МЛРС у них на базе. А, справа Атакамс светится. А справа Атакамс, да, вот здесь МЛРС. Ремонтируйся. А он стоит. МЛРС, в смысле. П-5 вылетел по бредлям. Я Абрамсон. Может, не будет. Попали чем-то. Не, ну если вы настолько суровы, ладно, хорошо, я свою ЦВшку отправлю на Борис. Бычий патриот. И даже... У нас так плюс 8. Они пугаются, уходят. Ну да, но это ж... Ну мы же не виноваты. Да что они дебилы. Открой, пожалуйста, фобчик вот здесь. Готово. Мне не поможет. Да меня там вообще нет, просто обидно.
ничего нет, у меня сейчас танки разберут, сука. И дыма нету, блять. Что же ты так, друг наш любезный? Да мне завалили противорадарником. Открыл, чтобы вертолет пострелять, когда противорадарник полетел. Ну, а я бобер его завалю. Можно? Можно? Нужно. М1А2, две штуки слева. Эдхок. Ну, вот здесь два элитных пехотинца. Так. А мне что, самому есть чем пострелять по ним? Мне просто нужен хент. Дай. Хентай тебе нужен? А ты наш парень. Я почему-то вместо Тунгуски Тор взял. Ну здесь Вовчик. Патриот едет направо в этих краях сейчас. А второй поехал куда-то сюда. У них база горит. И жопа. Я думал, жопа у них тоже горит. Унижение патриота. Горячие жопы. Мы просто мастера партизанской войны. Привет, патриот. Чуть-чуть я распакую. Фига, столько ракет и все мимо. Да вы чё? А с чего сделан этот самолет? Не вынуждены обороняться на респауне. Алмаз, смотри, у меня там этот, да, 26 есть. Бывает, бывает. Чё они? Я говорю, я с ними как уже как с детьми играю.
А как ты играешь с детьми? Просто не ради, так сказать, статьи. А... Вон, скармливаю. Детям котов. Патриот скоро умрет. Патриот, белогривая лошадка. Как еще на ними поиздеваться? Че, как еще? Поиздеваться над ними. Ну, сейчас СВшка доедет до их базы. Но боюсь, они выйдут раньше. Дверяк прям из-под носа. Вариантов не будет. Сталкиваемся с ним. Хочу попробовать вот в эту точку поставить СВ. Там, по идее, не должно быть видно из города ее. И хоть какие-то заныканные вещи. Что за фигня? Тут эти подкрепления идут очень медленно. Где? А, да, это карта большая. Для особенно каких-нибудь танчиков. Так, ЦВХ на правую базу поехала. Меня абрамсами обложили. На их базе. На их базе. Сделаем поправку. Так, готовьтесь на правую базу сейчас выскочить. Гоу. Просто у меня денег нету. Ух ты, смотри, какой негодяй. Я и не дал ему выстрелить.
Вот здесь кашем. Да. Пехотная. А, так все. Да, мы их базы уже убили. Вон последний ЦВшечка вот здесь бежит куда-то в горку или налево. Теперь это наша база. Это наша база, и мы ее доим. Миномет попал, да? О, я, наверное, в минусе. О, ни хрена не в минусе. Серов, твоя очередь ставить карту по твоему выбору.